Всем привет! Сегодня 11 дней прошло с того, как я вылаживала видео о своей рассаде. Хочу показать, насколько поднялись колиусы после пересадки или пикировки, можно сказать, их в стаканы. Вот у них уже корневая система такая, которую можно посмотреть через стаканчик, уже доходит до дна. И сами в высоту они тоже хорошо поднялись, раскустились немножко, распышнились. Вот такие красавчики стали. Также перец острый прям очень хорошо пошел. Вот за 11 дней, как раз я перед этим, перед съемками прошлыми, его только распикировала. Он прям так хорошо подрос. Вот здесь еще окно такое более солнечное, но они и маленькими росли на этом окне. Вот такие красивые сейчас колиусы. Две мои гибридные пеларгонии. Одну вчера подарила. Тоже хорошо подросли уже такие кустики, симпатичные корешки достают до дна стакана. Интересно будет, когда зацветет. И вот я недавно посеяла пеларгония зональная, 6.04 их посеяла, но перед этим я их замачивала. И вот из 5 взошло. Вот этот был не обработанный семечко, а вот эти были, видите, вот такие вот. Эти были обработаны желтым чем-то, не знаю чем. Вот здесь еще видно, не отпала кожура из семечки. Ну вот 5 из 5 зашло, посмотрим, что вырастет. Вот хочу показать колиусы, которые я принесла с другого окна. Они были в одно время пересажены, распикированы. Но видите, там или прохладнее в той комнате, и солнца может меньше. Вот эти три штучки, они вот, вот, они намного меньше, чем эти. Ничего страшного, догонят. Перенесла их на это окно. Я думаю, пойдут в рост. Вот это у меня халапеньо. Самое последнее проклюнулось, это семечко. Вот такой вот он небольшой, но растет потихоньку. Вот корни, видите, белеют. Это хрустальная травка или мезоэмбриан. Там он такой, он красивый, переливается весь. Зацветает мой калачик. Такой вот цвет у нее будет. Перешла на другое окно. Здесь у нее перец. И перец самый последний. Вот два вида. Я их вчера только высадила. Уже проклюнутые были семена. Семена старые. Схожесть не очень хорошая. И ну, тут их совсем мало. Ну, сколько будет? По несколько штучек. Развернула наоборот. Вот это гибрид «Белая ночь». 2,5 рядочка. Он какой маленький здесь растет. Так, здесь у меня капия. Это я покупала, вот рядочек капия. Покупала перец в магазине и просто ради интереса собрала семена. Семена свежие, схожесть хорошая. Это кубовидный мой перец. 3 рядочка. Третий ряд еще только всходит, потому что, видимо, семена там были не проклюнутые. И теперь дольше всходят. Те, которые были проклюнуты, вот хорошо взошли. Вчера только высадила Богдан и Ротунда. Тут их тоже по несколько штук, даже не полный ряд. Они уже были проросшие, даже некоторые вот такие уже зелененькие, их видно. Ну, ждем, что вырастет. Сколько будет, столько будет. Много мне перца не нужно. Тем более, если хорошие гибриды, они дают довольно-таки неплохой урожай. Ну, для нас хватит. Вот мои колиусы, которые распикировала я, самые последние. Я снимала шортс, показывала. Вот они здесь растут на этом окошке. Здесь, наверное, солнца им будет мало. Пусть они немножко подукоренятся. Я их, наверное, вынесу на балкон. Вот мезоэмбриантумы, которые я первые пикировала. Один горшочек, стаканчик на том окне. И вот здесь. У меня такое чувство, что они скоро захотят зацвести. Так хорошо пошли. Вот видите, не пикированы. Надо их тоже срочно пикировать. Перец надо комнатный пикировать. Тоже сидит. Вот этот поднялся так более-менее. Вот я перенесла с другого окна с кухни. Видите, совсем малыши. Часть рассады я вынесла на балкон, потому что мне на тех окнах уже не помещалась она. И вот сегодня вынесла перец, поставила сюда. Тут это горькие у меня два вида.
Дальше, перед этим я вынесла помидоры. Вот этот помидор тоже пришлось вместе с перцем вынести. Перцы, видите, немножко листочки побледнели. Может, ему света мало здесь, а может быть прохладно. Все-таки перец более теплолюбивый. Горький перец вынесла на балкон, потому что он уже вот бутончики завязывает, чтобы он сильно не перерастал. И вынесла помидоры, вот эти, которые первые села вместе с этим. То, что они тянутся. Думаю, на балконе может немножко не так будут тянуться. И вынесла розмарин. Этот маленький свой с корешками. И который побольше вот такой. Также вынесла Колиус и Фаус, называется сорт. Почему-то белый тут есть попался. Хотя они должны быть все красные. Дальше вынесла перец халапеньо свой. Вынесла помидорчики гибридные, потому что они сильно тонкие, тянутся. И вынесла черики. Думаю, может, они не будут так сильно тянуться. Здесь жарче полдня, по крайней мере, точно. Посмотрим, что из них получится. И сегодня на балкон еще вынесла комнатные перчики вот эти, которые называются черный жемчуг. Надеюсь, они тут на солнышке лучше пойдут. Их тоже нужно распикировать по стаканчикам, туда они точно пойдут в рост. Вот такой на сегодня был обзор моей рассады. Спасибо за просмотр и за лайки.